Ранее на месте этого поселка находились временные шалаши пастухов. Они были сооружены в 60-х годах, однако позже их переоборудовали в дачи. В 2013 году 140 домиков должны были стать временным приютом для туристов, однако этого не произошло. В ходе выездной проверки, которую провели представители Роспотребнадзора, были выявлены многочисленные нарушения. Туристический маршрут Аишха проложен через уникальный уголок экосистемы Западного Кавказа. Кроме того, в этих местах есть запасы питьевой воды, которая идет в сочинские водозаборы. Поэтому здесь подобная антропогенная нагрузка запрещена законодательством, ведь это может губительно сказаться на окружающей среде, говорится в сообщении пресс-службы администрации Сочи. По этой причине Роспотребнадзором было вынесено решение о сносе незаконного поселка.